Все смешалось в парке Романовка. Статные наездницы в длинных платьях, смелые амазонки, жгучая Кармен, яркие цыгане, персонажи сороковых-роковых. Солнце ласкало, листва шептало, хорошее настроение читалось на лицах всех присутствующих. Начался сезон длинных каникул и чудесных теплых дней. Вот и гости из произведения Александра Дюмы заехали на огонек. А это рыцари из средневековой Германии. Доспехи тяжелы, но желание показать зрителям настоящее сражение намного сильнее. В общем, те, кто пришел на открытие летнего сезона в городской парк Романовка, вряд ли пожалел о потраченном времени. Здравствуй, лето! Светлана Круг, Алексей Васильев, Кингисеппское телевидение, ЯМ-ТВ.